16 января центральная улица Ладейного поля на несколько минут стала похожа на отрывки из американского блокбастера. Здание расчетно-кассового центра на улице Ленина окружили оперативные сотрудники. На перекрестке дежурили сотрудники местной полиции. Действия силовиков с автоматами сразу нашли своих зрителей. Вокруг собралась толпа зевак. В итоге выяснилось, в центре сработала так называемая тревожная кнопка. Полиция приехала мгновенно, но тревога оказалась ложной.